что же, продолжаем наши похождения в Far Cry 5. И сейчас будем вспоминать, что мы здесь творили и что нам нужно сделать. Похоже, нам нужно защитить это место. Так, у нас есть тут куча патронов, да? Или не куча? Нет, не куча. Что, попробуем эту винтовку со снайперским прицелом. Итак, у нас сюжетное задание «Грейс в огне». Вот это вот непостоянство в стрельбе, оно, конечно, дает себе знать. Не может постоять спокойно. Молодчина! Так, ты. Еще один труп! Отлично. О, вот это да! Восток. Так, пока все идет нормально. Пока все прекрасно. Но это ненадолго, мне кажется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Что с флагом? На дороге. Да что ж такое, друг? Никак не могу попасть. Это вот все потому, что нет тренировок, так сказать, в играх. Нет тренировок в стрельбе. Поэтому так все и происходит. Ай, ой. Мы справимся, помощник. Я очень надеюсь. О, оказывается, здесь можно прицелом увеличивать. Я только сейчас допедрил до этого. Как прекрасно. Прикрой меня. Чему я только сейчас об этом узнал? Так. Так. Господи Боже! Прямо в попу. Не, вот это нам не нужно. Так, ну что, пока все выходит нормально. Ой-ой-ой. Так мы еще горим. Господи, главное не упасть. Главное не упасть. Отец хочет, чтобы памятник... Это все не очень хорошо. Ах ты негодяй. Сука. Сука. Как тебя замочить, скажи мне, друг? Тебе вообще насрать? Может, тебе в баллон нужно пальнуть? Да, нужно так было и сделать сразу. Пойдем спасать нашего соратника по бою. Благодарю. Да не за что. Нам главная миссия. Главная миссия. Так, откуда лупит, я не пойму. Вот откуда, что ли? Ага. Молодчина! С меня хватит! Я ухожу! Он там, видишь? Так, ну что, много там еще? Еще? Их? Или как, или что?
Пока вроде никого не видно, но голоса я слышу. Иду! Прикройте! Аптечечка. Кто кричит? Помогите! Иду, иду. Сейчас иду, спасаю. Делаю все возможное и невозможное. Спасибо. Меняю позицию. Должна признать, без тебя было бы тяжко. Отлично. Я тебе должна. Мы справились. Многие готовы вступиться за других. Да. Для меня это важно. Папа всегда говорил, пока мы верим друг в друга, надежда жива. Если мы будем держаться вместе, секта нас не сломит. Я не собираюсь распускать сопли. Я вас тоже поздравляю с этой победой. Помощь, зови. Я тебя прикрою. Хорошо. Я вас услышал. Тара-тара-тара-тай. Я сваливаю! Как жизнь? Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Пойдем посмотрим. Пойдем обыщем. Это у нас что такое? Это у нас какая-то мольба Богу. Посмотрим, может быть, что-то интересное здесь есть. 32 года я служил тебе как умел. Защищал твой город и учил людей. Но больше я не могу. Служители врат и демо хотят отобрать мою церковь. Они говорят, что служат тебе. Но я не согласен с их методами. Они извратили божественное писание. Я бессилен. Скамьи опустели. Погасли свечи. Я старик и не могу остановить это безумие. Мне стыдно, что я бросаю твой дом, но, увы, выбора нет. Ничего нам это не дает. Это записочка. Помоги мне. Помоги мне, говорит. Это кто? Ты же помог, Грейс? Может, мне тоже сможешь помочь? Может, и смогу. Сектанты крестят людей около резницы, но по сути топят. Мы хотели их убить, но нас поймали. Они захватили мой отряд. Сектантов было слишком много. Спаси моих друзей и найди оружие, которое я спрятала на том берегу. Исход. Дополнительное задание. Рад, что мы освободили церковь. Она многое повидала. Обнаружена новая стоянка пристань. А ты малый не промах. Ладно, посмотрим, что у нас есть поблизости. Кстати, навыки. Увеличение здоровья. Итак, исход. Доберитесь до места. У нас 196 метров. Пойдем добираться. Посмотрим, что это такое. Что от нас, чего от нас хотят. Обнаружено новое место для охоты. Американский барибал. Или барибал. Осторожно, медведи. Активная зона. Впереди противник. Будь начеку. Что-то вроде... Прикрой меня! Вы можете стать завтраком. Так. Понял. Сидим. Кто-то хранит! Вот это да! Ах! Ах! Вон и Мишка пришел. Пойду туда. Сейчас они там с Мишкой решают вопросы. Кто кого, интересно? Что-то они прям на равных так дерутся. Вот это да. Не, все-таки Мишка победил. А это был вип-сектант, между прочим. Не хухры-мухры. Прикройте. Так, ладно, медведь ушел. Пойдем посмотрим, пойдем обыщем. Миша возвращается? Нет, не возвращается.
Наконец-то я чувствую изобилие патронов, чего давно я не чувствовал в этой игре. Пойду туда. Так, где-то еще один сектант здесь лежал. Но, скорее всего, мы больше его не найдем здесь. Так, что-то мы можем еще взять. Да? Могли что-то взять. Но, скорее всего, это... Ага. Посмотрим. Нет, пожалуй, мы вернемся к этому стволу. Он мне больше нравится. Значит, у нас 120 метров. Иду. До нашей точки. Спасите пленников. 0 из 3. Ну, давайте смотреть, кто у нас где. Ладно, я надеюсь, это задание не на время, и мы сможем всех спасти. Даже не знаю, стоит ли того вся эта возня. Хорошо, сделаю. Ну ладно, собственно, начнем. Попытаемся спасти всех. Интересно здесь, если мы спустимся, мы сильно упадем? Так, одного я все-таки... Одного я, блин, увижу. Где? Где еще два? Патронов нет! Медведь. Главное, чтобы медведь не съел наших пленников. И второй вопрос, как мы можем спуститься? А вот есть трос. Все, я вижу трос. Сейчас мы спустимся здесь. Они нас не убьют. Так, так. Мы идем к вам. Может, спасибо. Раз. Ну, что там у тебя? Где остальные пленники? Где остальные пленники? Ладно, я пока не понимаю, где остальные пленники. Сопроводите членов сопротивления. 1 из 3. А, вот сюда сопроводить. А где? То есть мы проебали, что ли, пленников, получается, или как? То есть надо было действовать аккуратней. Ну ладно, я уже не буду переигрывать. Пойдем сопроводим пленников. Пленника. Это кто у нас? Это Мишка. Угу. Он очень далеко. Я надеюсь. Пойду туда. Кто здесь? Я не вижу. Смерть грешника! Так. Никого не вижу, не понимаю, откуда лупят.
Все, я понял. Я понял. Медведь к вам не придет уже? Придет. Медведь, ну там уже некого есть. Патронов нет! Давай! Ах, черт! Ну, нам-то точно нужнее. Ну, нам-то да. Так. Смотрим. Никакого моста мы не видим. Там был катер. Пойдем. Пойдем к катеру. Да, это какая-то лодка. Мудро. Ну что, мы едем все? Нет? Привет, брата. Как жизнь? А, это росомаха, похоже. Нет, это медведь. Это медведь, только он далеко. Ну что, мы едем или не едем? Или я еду один? Собственно, вот и приехали. Так. Теперь аккуратно. Ой. Позиция. Перебьем их всех! Граната! Вижу Эдемщика. Как я с тобой закончу? Можешь к нам присоединиться. Черт возьми! Так, пока все проходит хорошо. Черт, побери! Да ладно, почему? Все пленники убиты. Иоанн крестил тебя, а ты все равно лезешь с ним воевать? Молодец. Попытаемся работать аккуратно. Так, 42 метра до цели. Ладно. Прикрой меня. Хорошо, наступаю. А, вот, раз, два. А где третий пленник? Давай, давай без випов. Без випов. Извини, золотый труп! Да ты совсем без мозгов! Сделаю! Положись на меня! А где третий? Где третий? На не вижу. На одного сектанта меньше! Так, ну вроде все. Вроде все, я даже никаких усилий не прикладывал. Пойдем освободим всех, кто есть. Ой, прости, кажется, прости, друг. Спасибо тебе. Не хотел. Сделай, что думал мне точно конек. Спасибо тебе. Раз, два. А третий где третий? Как же меня угораздило. Третий я не понимаю где. Ну ладно, нет третьего, так нет третьего, что ж поделать. Худший день моей жизни. За что мне эти мучения? Посмотрим, что здесь есть.
Как же меня угораздило. Что это за журнальчик? Собери. Дикий кабан. Давай. Дикий кабан. Ладно. Лучший день моей жизни. Идем дальше. Помоги. Спасите прошу. Пленников, два из трех. Так, мы спасли двух. Где третий день? А, вот третий. Ёлки-палки, стоит прямо перед глазами. Я его не вижу. Помоги мне. Отлично. Плачу, всех трех спасли. Прекрасненько. Идем, идем, идем. К следующей точке. Так. Двигаемся аккуратно. Потому что... Так, главное, чтобы все наши все выплыли. ДДМщик! Надеешься выжить? Меняю магазин! Так, так, так. Нет, сейчас не выйдет. Что там происходит вообще? Что там происходит? Ой. Патроны кончились. Перезаряжаю. Так, здесь все. Здесь все. Это хорошо. Теперь все дружно идем к катеру. Направляемся к катеру, к лодке. К нашей лодке. Очень вовремя я бросил бухать. Ой, да что ж такое? Я хотел в лодку сесть. А вместо этого потерял ствол. И где мне его теперь искать? А? Он еще, наверное, упал туда, на дно. Ладно. Что поделать? Потерял, так потерял. Едем. Продолжаем нашу миссию. Продолжаем наше задание. Вы готовы, дети, да, капитан? Что-то как-то не удается нам повернуть. Вот. Вот, повернули. Сейчас посмотрим, может быть, мы как-то здесь можем по воде проплыть, минуя всех вот этих вот ИДМщиков. Возможно, это будет более лучший путь. Так, троих я вижу. А где мой напарник? Чё он там стал-то? Идем. Убери, или я тебе эту штуку в жопу затолкаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Я его, понимаешь, тут спасаю. А он, понимаешь, тут выеживается. Как тебе не стыдно-то вообще? А тем временем... У нас менее 100 метров до нашей цели. И я надеюсь, что здесь никого не будет. Вроде никого нет. Что это за место? Посмотрим. Я боюсь, что меня будут крестить. Отлично. Вот так бы и сразу можно было пройти с первого раза вообще. Я не смог бы освободить полцентра.